подписчички, добавляйтесь, добавляйтесь. О, черт. Мои подписчички, добавляйтесь, добавляйтесь. Нужно больше подписчиков. Больше подписчиков, добавляйтесь ко мне, подписчики. Смотрите, смотрите меня. Смотрите, смотрите, хочу больше. Больше. Больше хочу подписчиков, давайте, добавляйтесь. Миллионы тысяч в онлайне хочу, чтобы смотрели. Я вам что-нибудь покажу. Так, ну ладно, здорово. Чё, хреновая связь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я подрубила билайновский интернет. Чё скажете? Оцените по 10-бальной. Как качество связи. О, вообще всё, походу всё пропало. Шеф, всё пропало. Так, вчера было 700, да, вчера было 700 подписчиков. Нормально, 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 нормально. Передаю привет какой-то Олесе, что-то не увидел я. Какой, правда? Друзья, что у вас хорошего, интересного? Может быть, вы хотите спросить у меня? Сегодня у меня был прекрасный день, я Сережа сходил, покачался, даже потренировал человека, что он очень редко делает, потому что он лентяй, и у него не так много времени. Фу, ничего себе, у меня такие сиськи тут, кажется, да, что здоровые. Хотя они у меня и так здоровые. Друзья, кто смотрел мои новости на втором канале? Кто, кстати, не подписан на мой второй канал, а? Я знаю, среди вас есть такие говнюки. Вы знаете, что за это очень плохо будет? Так, как хочешь жрать и худеть? Сегодня в нашем меню представлено. Смотрите, что это. Скворчи. Это у нас... Ой, все, попало. Надеюсь, Дашка не видела ничего. Так, упало, ничего. Где ты? И немного испачкала кофелек. Так, ты на первый подписан, так подписывайся и на второй. Не будь засранцем. Далер Усматов, я не знаю про него ничего, вообще могу вам рассказать. Я с ним не знаком. Так вкусно пахнет, так вкусно пахнет. Так, что еще, что еще? Веселый ты, дядя Сережа. Так, по поводу посылания меня... Ой, мне на самом деле наплевать. Я человек-то позитивный, который особо не парится. Никогда. О, молодец, молодец, дружище. Сожги калорию, подпишись на канал на мой. Надо хотя бы 30 тысяч подписчиков обновить, чтоб было. Так, че еще? Жарю сегодня телочек. Жарю, не, жарю, как сказать, курочек. Жарю курочек сегодня. Точнее, сегодня я жарю курочку. С морковкой и лучком. Так, все. Че оно, блин, все падает так? Блин, лук жарим такой вкусный. Жарю на масле. О. Так. И магии не дружу, но поглядываю. Ну, вообще, наверное, можно сказать, что дружу. У меня такие хорошие у нас с ним отношения. Мне ребята нравятся. Так. Наверное, пора есть. Блин, очень вкусно. Наверное, потому что очень хочется жрать. Масло вредно? Что он тогда сказал? Скажи, у меня есть гриль. Где он? На, он под этим прятан. Масло обыкновенное. У меня есть соединенное масло еще. Но оно не рафинированное, естественно. И, естественно, на нем жарить нельзя.
На кокосовом масле пробовал жарить. Специфичный вкус, но мне кокос нравится. Кто давно живет в Азии, их уже вот это кокосовое масло, они и кокосы порой терпеть не могут. А мы вот их любим. Так, о боже, какой красавчик. О боже, какой красавчик. Это, конечно же, я не про себя. Я же не самовлюбленный качок-нарцисс. Так, ну что, друзья, в нашем меню сегодня представлено. Ой, чё себе крутяк, да? Курочка. Кладем немножечко сюда курочки. Оп. Немножечко курочки с морковочкой. Очень вкусно. На самом деле, что я раньше не приготовил. Мне очень нравится. Надо оставить Дашке еще что-нибудь. О, кстати, вот она пришла. Я пожарил курочку. Там занимаешься? Ну, шальчарь еще накидаю. Очень вкусно. Очень вкусно. Может, я просто хочу есть? Но все очень вкусно. Или, может быть, я гениальный повар? Как вам банка? Здорово. Ой. Берешь курицу, жаришь ее с луком и морковкой. Рецепт готов. Все гениальное просто. Что еще? Сейчас черри. Люблю помидоры черри. В Азии их считают как фрукт. Но походу они у меня тут уже подгнили. Но, может быть, пронесет. И я скину еще килограмм. Я попробую. Вроде ничего. Вроде есть можно. О, вот это уже гнилая. Гнилую есть не буду. Так, что у нас еще? Что за вопрос? Спасибо большое. Что-то мало людей, мало лайков кто мне пишет. Надо вечерочком выходить, когда все уже пришли. Так, где мои палочки? Вот они. Спасибо. Спасибо, друзья. И вам тоже приятного когда-нибудь. Косички? Честь себе, блин, ты когда меня в последний раз видел? Косички спрашивают, где у меня. Давно косичек нет. Ой, так, Гошан. Гошан, наверное, скоро приедет. Ну так, уже когда будет потеплее. Хреновая связь, поэтому все сливается. Ну ладно. Что поделать? Сливается и сливается. И не страшно. Особо не страшно. Оба. Так, ну-ка. Получится так. О, крутяк. У меня шарики сзади. Ем палочкой. Так, подогнуть. И далее. Вот она еда. Так. На что Гошан живет? Да ни на что. У него, блин, денег на билет, а там он находит друзей. У них живет. Гошан человек. Человек. О, что ёпта, упала. Вы со мной? Вы еще со мной? Так. Так. Гоша живет. Да, блин, ни на что не живет. У него нет денег, он там... По мелочи. Там поживет, в палатке поживет. Там кто-нибудь ему даст денег немного. Там. Короче, ему не надо особо денег. У него хватает друзей. А новых он находит. Очень легко. Так, конечно, жить не сможет. Не каждый. Но. История с Гошей такая есть.
Друзья, как живут всевозможные люди, путешествующие без денег? Такое бывает. Такое бывает. Моя форма лучше, наверное, была не когда я прыгал на скакалке, а после этого через недельки три, наверное. Вот. Че еще? Че еще? Гошан жарит курочек. Даша на тренировке. Спасибо большое. Не очень приятно. И ваш лестный комментарий. Не знаю, женщина вы или нет. Конечно, немножечко бьет в мою самооценку. И мне кажется, что я просто красавчик. Женщина. Женщина. Меня смотрит женщина. Как приятно. Как приятно. У меня есть уже женщина, кстати. Это моя Дашенька. Это моя Дашенька. Не знаю, резко. О, черт. Опять он упал. Походу, он не особо коннектится к моему столу. Пробуем дубль 3 сделать. О! Друзья, да что меня искать? Я занимаюсь в том же зале, в котором занимается Гач Студент. Так что меня искать? Это спортивный клуб «Армия», метро «Горьковская». О! У меня есть поклонница. Спасибо. Спасибо. Мы прекрасная, красивая пара с Дашей, мне кажется. Мне кажется, Даша очень красивая. Не знаю, кажется ли вам это так или нет. Но, наверное, у каждого человека какой-то свой вкус. Да, у меня вот такой. Кого другой. Но, в моем понимании, это так. Ну, если Wild Mouse, то это не мой зал. Походу, вот эта помидорина была хреновая. Спасибо большое, девочки. Спасибо большое, мне приятно, что меня слышат девочкам, что они мне пишут, что мы прекрасная пара. Девочки вообще приятные. Парни, конечно, напишут. Хотя бывает. Ну, чисто у меня голубые глаза такие, да? Это даже здесь ярко. Ярко, светло. Ни одного комментария. Вообще, я тут сам с собой говорю. Никто ничего не пишет. Всем наплевать, походу. Может быть, связь херовая. Здорово. Здорово, Макс. Мы, походу, с тобой 2 минуты остались. Ам-ам. Какую поклонницу? Затрахал поклонницу, которая предлагала 200 тысяч. Я думаю, это был какой-то развод просто. Вот. Нормально? Так. Ладно. Что там, походу? Падает и падает этот телефон. Даша тренируется, дядя Сережа не тренируется.
Потому что он что? Потому что он уже потренировался. Ну, опять дошли. Мы просто счастливые девочки, хейтеры, люди. Даша, где Даша, где Даша, где Даша? Я вот тоже думаю, где Даша, где Даша? А ее нет. Она ушла от меня. Даша ушла от меня. В зал. Покачаться в зал. Не знаю, в какой она поехала. Какой-нибудь спортлайфер вы можете ее увидеть. Спасибо. Спасибо, Дашуль. Я сделал курицу. Так что, если ты долго будешь, недолго будешь заниматься, то ты и я попробуешь. Оп. Так, ну что у нас? Спортлайф. Спортлайф. Что еще сказать? У меня нет абонемента спортлайф. Мне не дали. Хорошо. Выйдем с Дашей в перископ. Может быть вечером. Может быть не вечером. Она вообще танцевать должна. Я сам стану миллионером скоро. Я кидал монету. Монета сказала, что я стану миллионером в 16 году. Я спрашивал монету. У нас с Дашей есть монета. Которая на одной написано «да». Слово, другой нет. И мы решаем вопросы с ней. Я спрашиваю монета. Говорю, монета, я стану миллионером в 2016 году? И монета, черт, монета говорит, что я стану миллионером. Представляете? Так что монета не обманывает. Ем курицу. Ем курицу. Блин, вот когда ее только приготовишь, она вкусная. Постоит чуть-чуть, блин, засохнет. И уже невкусная. Так что надо есть сразу. Приготовил курицу. Съел. Ну, будет богатый красавчик. О, походу, пришли эти. Газовщик. О, черт, блин, вот то ее не снимешь, то она... Я бегу, бегу к тебе.